Приветствую вас, мои многоуважаемые пупсы, и в данном видеоролике я вам расскажу, как же фармить новую валюту в AdoptMe. Перед началом обязательно подписывайся и ставь лайк за то, что я делюсь с тобой полезной информацией. Ну а мы приступаем к ролику. Локация, на которой можно собирать данные мечи, находится чуть правее игровой площадки. Для того, чтобы начать игру, нужно встать вот в этот круг и ждать истечения таймера. В принципе, вы можете не ждать в этом кругу, а пойти заниматься своими делами. Потому что за 40 секунд до начала ивента вам придет сообщение о его начале. Вы с помощью одной кнопки можете к нему телепортироваться. Сам ивент из себя представляет катание на катере. И катаясь по морским водам, нам надо собирать так называемые звезды. И чем больше данных звезд мы соберем, тем больше мечей мы и получим. Также в игре присутствуют боты, которые будут нам мешать в прохождении. Но если вы будете следовать моим советам, то в принципе для вас они будут не проблемой. От обычных игроков они отличаются тем, что вокруг них есть такой красный круг. Проблема многих новичков в этой игре именно в том, что они очень сильно разгоняются. И когда они разгоняются, они не могут овладать своим катером и либо врезаются в кого-то, либо не могут собрать звезду, что в принципе вы и можете наблюдать на моем геймплее. Лучшая тактика — это сначала нацелиться на звезду, то есть правильно повернуть катер, а потом уже по прямой поплыть за этой звездой. Идея данного ивента довольно классная, но как по мне, для такого хорошего ивента слишком маленькая локация. Честно говоря, хотелось бы побольше, но что имеем, то имеем. Вот в этих кадрах вы можете наблюдать, что я пытаюсь резко повернуть, но у меня ничего не получается, я постоянно врезаюсь, не попадаю в звезду. Тут главное все-таки помнить, что это не гонки. Тут цель не обогнать кого-то, а собрать как можно больше звезд. За 7 звезд я получил 1070 мечей. Ну а на этом я закончу свой ролик. Если тебе так же, как и мне, понравилось это обновление, и тебе был полезен данный видеоролик, ты можешь подписаться, поставить лайк. Ну а я прощаюсь с вами. Всем до скорого и всем пока.